до нас доставал, теперь вот эта беда пришла война. И в контексте вот этих серьезных переживаний, трагедий, актуально задуматься о Боге, о покаянии, о вере в Иисуса Христа, который умер за грехи наши и который воскрес из мертвых. Для того, чтобы, веруя в Сына Божия, мы наследовали жизнь вечную и спаслись от вечных страданий. Вы думаете, вы зря сейчас находитесь на этом месте? Не зря. Вы не просто так слышите эти слова. Это Бог позаботился, чтобы мы оказались здесь, на этом месте. И услышали то, что вы слышите. Может, мы последний раз слышим слово о Боге. И время покаяться. В автобусе, в парке, в храме, неважно где, в сердце. Призвать Иисуса Христа быть вашим спасителем. Кто будет иметь желание помолиться, подходите, помолимся вместе. К Иисусу Христу, чтобы Бог спас и помиловал. Боже, благослови всех, кто здесь сейчас стоит. Благослови Украину. Благослови другие города и страны земного шара верой во Христа и покаянием. Благослови наших військових, Боже, захисти нашу країну від всякого зла фашистського, НКВДшного, комуністичного. Щоб хлопці повертались домой живі та здорові, та дівчата наші. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.